Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Болотная Атака 2. И 6 карточек на Пайпера нам с тобой дали. Это за второй день. Ну, а остановились мы с тобой на 70-й миссии. Так что у нас тут в семье, я не понял, кто-то прокачаться, что ли, хочет? А, ну, конечно же, дедуля Вэй. Не, погоди, я хотел прокачать и не взять его. Так, что у него тут? Ваза. Понятно. Нет, дедуль, давай мы как-нибудь тебя в другой раз возьмем. Тут на 70-й миссии я... А почему этот у нас так слабенько прокачан? Третий уровень всего. Фрости. Ну, я, наверное, возьму... Давай, наверное, Джо. Балбеса возьмем с тобой. Балбес Джо. Из пещеры в болото. Так, утка. Эти же можно, по-моему, разносить, насколько я помню. Ведь можно же? Утка, иди сюда. Да ё-моё, тут еще этот тритон голодранец. Помним, помним таких. Так, хорош, 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 я сказал, буянить. Вам мало, что ли? Нате, еще получите. Так, стоп. Сколько у меня там патронов, маловато будет? Да ёк-макарёк, ну... Джо, давай бомби. Все, да? Ну, типа все. Так, утка. Блин, дают монеты мне. Секунду. Давай так сделаем. И вот так. Еще бросим с тобой. Вот. Слушай, должно хватить. По моим расчетам, все должно быть тютелька в тютельку. Даже с запасиком. Слушай, ну мы пошли с тобой на рекорд. У нас еще 11 патронов, оказывается, осталось. И это, можно сказать, большой шаг вперед для нас. Так, давай ящик глянем. О, 10% побед, 11 монет, плюс сварщик. Сварщика, кстати, можем прокачать. И, по-моему, соседа, да, тоже можем прокачать. Так, погоди-ка, сейчас глянем. А, тут бесплатно же еще можно карточки взять. Одна, тут сколько, тут 5. За 50 монет, я думаю, что, наверное, не стоит. Тут 10, на Джо. Слушай, а вот здесь я его, наверное, возьму все-таки. 50? Блин, если я под... Я трачу, ребят, я трачу. Я знаю, что это глупо, наверное, с моей стороны. Но нам нужны с тобой персонажи прокачанные. Так, давай соседушку, сколько... Ух ты, 150, а не жирно ли тебе будет, парнишка, а? Джо, ты тогда сколько у меня потребуешь? Тоже 150. Ну, слушай, если мы Джо прокачаем до 7 уровня, у него появляется вторая эпоха, поэтому давай-ка копить, наверное, финансы. Так, 71-я миссия. Джо, как всегда, у нас готов. Ни конца, ни края. А, это еще и суперсложный уровень, блин. Плохо. Это плохо. Ну! Утку, блин, пропустил из этих гомнарей. Вон еще утка. Нет, ну эту я схватил. Шиш там, да? Да ты будешь бомбить. Вы сейчас издеваетесь, да? Вы еще тут... Черепах целый рой, плевунов. О, все, все, все. Тут нам, знаешь, кто нужен? Выйти. Тут нам нужен, я не знаю, ну кто-то посерьезнее. Намного серьезнее. Ну, давай, наверное, возьмем нашего вот этого дядьку волосыча. По крайней мере, у него есть хорошая пушка. Да? Я думаю, ты со мной согласишься. Все, газуем. Фью, было не было, как говорится, ни конца, ни края, блин. Ну, давай, 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 наяривай. Так, переключаемся. Отлично. Отдай патроны. Естественно, сразу крутить начинает. Так, здесь гранаты бросаем. Пускай они горят.
Так. Во, видел? Вот что значит сила дробаша. Тем более автоматического. Полуавтоматического. Радоваться, правда, еще рано. У нас половина хп и... Вон, они идут уже. Эй! Не подпускай со своей перезарядкой! Ой-ой-ой, ребята, трэш! Прикинь, я сфейлился, ё-моё, я не смог ничего сделать, ребят. Так, ладно, давай попробуем еще разок. Ну как так-то, а? Это вот эти вот говнюки. Эти-то фиг с ним, пока там доплывут, блин. А вот эти вот, которые там... Давай попробуем так делать. Отлично. Так, забрасываем. Уточка, иди сюда. Ну, строчи, 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 строчи. Так, отлично. Этих вьетнамцев мелких сейчас мы крысят с тобой забомбим. Слабенько они, конечно, горят. Так, у нас с тобой 6 патронов великолепных, которые нам здесь сейчас очень офигенно помогут. Переключаемся, погнали. Раз, два, три. Ну и, в принципе, ребята, я тебе скажу, что этот уровень пройден. И нам патронов хватит, и даже здоровья хватит. Есть. Но было сложно. Хорошо, что у него вот эта вот винтовка есть, а? Просто чудесно. 8 монет мы с тобой, нифига себе, набили. Это прям какой-то рекорд. Ох ты, сундук. Большой. Так, 37 монет. Тормоз Джо, Пейпер и дядя Волосач. Так, и нам еще дают 3 кристалла. Ну что же, погнали дальше. У нас с тобой, опа, между 78 и 79 уровнем получается черепаший панцирь. Так, ну что, волосача возьмем или как? Здесь уже, наверное, не мега сложный уровень, а обычный. Так, Джо, давай-ка я тебя прокачаю, потому что нам нужно, чтобы у тебя появилось новое вооружение. Вот так вот. Открыли мы, короче, да? И, наверное, за него и поиграем сразу же. За нашего Джо тормоза. Борьба за выживание. Так, скунсы идут. Да хорош. Не успел, да? Не успел ничего сделать. Так, у нас с собой 10 патронов, ребят. Давай проверим. Хорошие патрончики, мне нравятся. Так, а приключиться-то можно? Подожди, как приключиться-то? Обратно-то как, говорю... То есть, если я выбрал, то я должен их потратить, что ли? Да ну это бред какой-то. Закидываем. Комарики на воздушном шарике, да? Скунс, отойди. А это последний у нас, да? Нам хватит с тобой, чтобы с ними разобраться. Есть контакт. Этот трой сидит и ушим, даже ухом не поведет, да, что нужно тут помогать мне. Сидит, раскачивается прямо аж на три светлячка прошли. Давно такого не было. Так, 10% серии побед, 10 монет и Фрости выпадает нам вместе с дядькой Волосычем. Ладушки, 73-я миссия у нас. Опять же я оставляю тормоза Джо. Он, в принципе, неплохо себе здесь показывает. Именно благодаря вот своей винтовке этой. С массовым, как говорится, уроном. Вообще четенько заходит. Так, эти с аркибузами достали уже. Так, утка, иди сюда. Блин, надо и тех, и всех. И того, и сего, блин. И, как говорится, успеть. Ну, есть. Стоп. Стоп. Подожди.
Ну-ка, давай попробуем так. Ну. Окей. Окей. Ну, слушай, когда уже вторая винтовка у нас появилась, намного проще стало проходить. Намного проще. По крайней мере, я могу переключиться на ту или на другую. И хватает у нас патронов. Так, ну что, двигаемся дальше, да? Сундук откроем только. 15% побед, 13 монет. Сварной и Фрости. По-моему, Сварной и Фрости у нас могут прокачаться. Сварной это уже давно мог прокачаться. А вот Фрости, по-моему, только... Ага. Так, у нас сосед Вилли готов прокачаться до 4 уровня. В плане, он еще готов прокачаться, но не хватает монет у нас. Окей. Я это учту. Так, давай-ка мы, наверное, с тобой возьмем. Он на волосыч... Так, подожди, тут у нас будет новый враг. Кто это такой? Интересно, я не помню. Давай за Пейпер сыграем. Хочу пожарить их. Множество битв, множество побед. Давай, 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 вжаривай, вжаривай, вжаривай. Гранату. Что-то как-то... Я не успеваю, ребят. Бобра, зачем я вызвал бобра? Господи. Так, пора... Да вы достали, там я уже говорил уже неоднократно. Что-то мне подсказывает, что у меня не хватит, ребята, здоровья здесь противостоять им. Не хватит же, да? Нет, конечно, не хватит. У меня... А как тогда здесь будет? Фига их там прет. Просто немерено. Не, Пейпер здесь не пойдет. Может быть, волосач. Давай, волосач, мы тебя возьмем. Я думаю, тебе это будет, ну, по плечу, по крайней мере. У него есть вот эта вот пушка суперская, которая нам будет очень круто здесь помогать. Так, уточка. Давай, 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 давай. Ага. Поехали. На, 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 на. А в этот момент, вон, видишь? Так, подожди, а я же... Ну, так, так, так и так. Отлично. Ну. Так, хорош, 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 хорош. Комара уничтожили, нормуль. Так, остался последний. Утка, иди сюда. Ох, у меня 8 гранат, а что это я ими не пользуюсь-то? 8 гранат, надо использовать по полной программе, ребят, вы что? Давай, 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 забрасываем, забрасываем, не жалеем. Блин, бобер тут еще появился. Все, прошли. 8 гранат накопил, нифига себе, счастье-то какое было. За счет них, в принципе, тут и разрулили ситуацию. Так, ну что, этот уровень тоже у нас пройден. Давай сундук. 5%, 12 монет, сварной и волосач. Двигаемся дальше. А, это белки у нас будут. Белки. Как же мне с вами справиться, а, белки? Ну, давай попробуем здесь Пайпер взять. Может быть, она здесь справится? С этими хламонами, с белками. Они, по-моему, что-то бросают. Люби врага своего. Белка-монстр. Белка-монстр. Что же ты делаешь? Я не помню. Просто прыгаешь? Нет, не может она... Ага, я же говорил, что она не просто прыгает, ребят. Она бросается какой-то фигней в нас. Ага, поджигает она еще помимо этого. Попади еще по ней называется. Вот она оглушенная такая стоит. Давай, бросаем. О, пока эти крокодилы все
Оглушенные, естественно, их надо и убивать в этот момент. Белки хорош, успокоились. Это еще не конец. Вот она только последняя волна, когда началась. Ждем. Давай, 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 белок этих всех. Потому что здоровья не так уж и много у нас. Сорки бузы валим. Все. Ну, а эти не дойдут. Да, белки, конечно, паршивые. Ничего сказать не могу. Своими прыжками не достанут любого. Ну, а мы с тобой продвигаемся дальше. Что у нас тут в сундучке? 10% серии побед, 10 монет, тормоз Джо и Фрости. Мы, кстати, можем же прокачать кого-то с тобой, да? Соседа. Да-да-да, мы можем соседа или сварщика прокачать. У нас есть два варианта. Но я, наверное, все-таки прокачаю соседа. 5-й уровень. Опа! У него тоже открывается вторая пушка, ребята. Вторая пушка. А у него нет гранат, да? Вот она, в общем, проблема. Ну что, а тут что у нас? Продержаться 60 секунд? Или я ошибаюсь? Продержись 60 секунд, отлично. Давай, попробуем. Время выживать. Но, а что он облизывается, я не могу понять. Тритон, что он делает этим самым? Когда делает облизонство свое. А кто переключил? Я не... А-а-а, переключил, не переключил, ребят, это у нас... А что так быстро закончились-то? Не, ребят, ну я так не играю. Дают аптечку. Вот зачем мне аптечка? Ты посмотри, я ничего не могу сделать. Очень-очень быстро у него закончились патроны. Вот тебе серьезно говорю. Это, конечно, не варик. Не-а. Кого же тогда взять? Нифига, какой ты сосед слабак оказываешься. Я-то думал, ставки на тебя делал. Думал, все будет отлично. Угу. Так, ну что, дядька Волосач меня пока не подводил. Надеюсь, и на этот раз он тоже меня не подведет. Погнали. Продержись, я понял, продержусь. Я вот свято верю, что у меня получится продержаться. Так. Ну. Тыч, тыч, тыч. Тыч. Отлично. Что там опять? Погоди секунду, а почему так быстро заканчиваются? Все, ребят, я здесь не смог, не успел. У меня очень быстро заканчиваются патроны. Если ты хочешь знать. Очень быстро. И тут не дело не в том, что за кого ты играешь, Волосач или там еще кто-нибудь. Может быть, взять нам Фрости. Давай деда тогда возьмем, вьетнамца. Я не знаю, что еще тут можно предложить. 84 патрона всего дают ему. Понимаешь? Хорошо, давай попробуем. Двадцать восемь патронов. Ты посмотри сам, вот как вот. И все. И все, ребят, патронов у меня больше нету. Ха, как тогда? Странный какой-то уровень, если честно. Очень странный. Потому что у меня нехватка. В боеприпасах. Может быть, брать Фрости надо? Который замораживает у нас. За счет него как-то. Я не особо в это, конечно, верю и уверен, что это получится, но... Сколько у тебя? 75 патронов. Всего 75 патронов. Вот, допустим, да? Бросаем гранату.
Ты посмотри, у нас очень-очень быстро заканчивается. Очень быстро заканчиваются боеприпасы. Погнали дальше. Давай так сделаем. Так, если мы продержимся 3 секунды, мы выиграем. Есть. Да, все-таки надо было за Фрусти играть. Он как бы их замедляет, затормаживает. И только с помощью него мы смогли здесь пройти. Остальные просто не вытягивали. Фух. Тут вот так, ребят. Тут еще надо думать, за кого играть. Какой персонаж оптимальнее всего подойдет. Ну что, какая там у нас следующая миссия? 77-я получается, да? 77-я. Ну, здесь мы возьмем, наверное, Пейпер. Попробуем поиграть за нее. Это все-таки... Блин, сложный уровень, наводнение. Эй! Трындец. Слушай, не слишком ли оборзевший вы, а? Они прямо из-под ног появляются. Да вы заколебали, а? Смотри, откуда прям. Типа последняя волна, да? Хватит ли у меня, блин, пороха-то для этих засранцев, для всех? Это последний. Чух. Найс. Все, получилось у нас, получилось, ребят. Можно расслабиться. Пейпер такая там недовольная. Ты видел ее лицо? Такое угрюмое. На весь мир недовольное. Так, открываем сундук. 19 монет. Сварной и сосед Вилли. Так, и вот сейчас мы с тобой уже дойдем до... Уже до панциря, да? До перли. Тут, кстати, скоро вторая глава уже закончится у нас. Сварщик. Не хватает, да? Чуть-чуть нам. Вот этого можем прокачать. В плане. 100 монет нужно, я что-то думал. А, это карточки. Блин, я не туда смотрел. Тихо, подожди. Давай за Джо поиграем. Здесь Джо, наверное, нужен будет. Продержаться еще день. Попробуй продержаться. Так, динамит. Ну? Да встали эти белки, а? У меня патроны-то кончаются. Так, допустим. Крокодил, ты последний же, да? Фух. Ушатали. Уделали мы их. Замечательно. Причем идеальное было прохождение. Вот что я тебе скажу. 15%. Так, монетки, волосач и тормоз Джо. Блин, когда нам дадут нового персонажа? Так, может быть здесь? Так, монеты. Фрости, Пейпер. Сосед Вилли. И 6 гемов. 79-я миссия. Ну, давай последнюю миссию на сегодня запиликаем. И будем, наверное, закругляться. Но обязательно продолжим только в следующей серии. Так, может быть, нам этого прокачать? Фрости. Чик. О. Совсем другое дело. Можно даже попробовать за него поиграть. Как ты думаешь, да? Давай рискнем. Ну, что там, кто там? Уже идут с аркибузами эти. Давай, 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 строчи. Как же вы меня, крысы, бесите, а?
Самые настоящие крысы. Бесявый. Так, подожди-ка. Переключаемся, ребят. Нам нужны патроны. А с этим у нас беда. Секешь? Трип, вот как я здесь должен... Все, ребята, у меня закончились патроны. Прикинь. Что покупать? Вот здесь вот покупать. Придется, да? Придется брать. Потратили гемы, но зато прошли уровень с тобой. Да, Фрости, что-то меня немножко расстроило. Ну фиг с тобой. 79 уровень у нас пройден. Идеально. Ну-ка, 25% побед. Ага, 12 монет. Дядька Волосач. Вэй. И 2 кристалла мы с тобой отбили. Как-то так. Ну что, друзья мои, давайте, наверное, на сегодня мы закругляться будем, да? А в следующей серии... Так, а вот это, насколько я помню, будут уже открываться обезьяны. Там еще коты. А сколько у нас... Слушай, у нас еще энергии, в принципе, дофига. Поехали. Раз энергия еще есть, почему бы ее не потратить? Давай-ка прочь с дороги. Так, сгори. Так, а этого-то чего мы не подбили? Подошел практически вплотную. Опять эти белки, а как же они меня... Они еще поджигают меня, понимаешь? Они какими-то орехами там бросаются, которые поджигают мой плод. Так и стоит и улыбится. Давай, поехали. Раз и два. Секунду. Оглушили, оглушили. Так, а уже не до шуток на самом-то деле. Здоровье, ты посмотри, сколько здоровья у меня остается. Да белка, ты достал уже, ну. Ох, сейчас сфейлюсь, да. Пипец, блин. Пипец, просто сфейлиться так тупо, нелепо, блин. По хп, ё-моё. Ну ты пейпер засранка, я тебе скажу. Да, еще та засранка. Не смогла просто продержаться. Дрищевка, одним словом. Ну че ты идешь, подходит он ко мне тут. Хорош, зажигаем. Давай, 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 отлично. Отлично, отлично, отлично. Так, забрали, поехали. Ну. Нормуль. Квазимоды чертовы. Так, отлично, спасибо за патрончики. Куда ты там, охламонка, бежишь? Прыгает она мне здесь. Так, 24 патрона плюс бронебойки, да, у нас? Ну, смотри, что у нас получается. Очень даже неплохо. Вот это я понимаю, вот это дядька Волосач. Крутой чувак. Разбирается с этими охламонами только в путь. Никто ему ничего сделать даже не может. Идеально, тем более, прохождение. Так, сундук. Опять серия побед. 12 монет. Пейпер и Уэй. Дальше, дальше идем. Оу, курицы. Блин, с курицами, конечно, хотя... Блин, тут не хватает нас. Давай попробуем сварным пройти. В тот раз, по-моему, мы за сварщика прошли, да? Защиту этих яиц. Сначала курица, потом яйцо. Вопрос спорный. Так, так. Ты будешь бомбить сегодня или нет?
Так, поджигаем их нафиг, ядрень фени. Лопают курицы налево и направо, а. Так, тихо, давай поджигать. Так, у меня остается последняя курица, ребят. Да и то ее сейчас могут уничтожить. Да, плевуны сраные, вот эти вот комары долбаные ее уничтожили. Да ну, сварщик какой-то в плане, я хотел, ребята, взять другого кого-то. Видишь, у него атака трешовая какая-то. Вообще ничего не помогает мне. Курицу уже нижнюю уже завалили, ребят. Сейчас верхнюю завалят. Этот рой, который там стоит, он мне вообще не помогает ни шиша. Смотри, я стреляю и пофиг. Угу. Вот у меня осталось две курицы недоделанных, которых сейчас ушатают. Не, это не дело, ребят. Не. Параша полная. Все, у него еще и патроны кончились, ко всему прочему. Этот сварщик отстой. Я тебе с уверенностью заявляю. Отстой. Здесь он вообще не котируется. Здесь вот, наверное, Джо может быть. Может быть, ребята. Потому что у нас две пушки на Джо, по-моему, да? Две мы прокачали ему все-таки уровень. Вот здесь он может быть, да. Опять же, правда, не совсем уверен, но попытаться надо. Долго, конечно. Так, тихо. Что происходит, а? Так. Дай патронов-то мне. Слушай, а этих комаров будет кто-нибудь вообще бомбить или нет? Я не пойму. Будет, блин. Как-то непонятно кто, блин. Ну, в плане. Ну, ты серьезно сейчас? Ты серьезно? Ай, ребята, вот так вот. Подожди. Даже не успел. Даже не успел кинуть взрывчатку. Че, получается, что кроме волос сейчас здесь никто мне не поможет? Фрости, ты как? Да как Фрости? У него, ребята, ничего особенного такого нету. Он может... Что он может? Ничего не может. Ну как нам здесь поможет заморозка? Если только замедлять то, что он может, и все. Это единственный его плюсик. Ладно, давай посмотрим. Они просто тут со всех щелей лезут. Так, минус одна курица. Они заплевывают. Ну как тут, блин, просто, ну ты посмотри, что тут творят. Просто вот эти вот комары, они просто заплевывают все на своем свете. И я не могу, мне надо и там контролировать, и здесь контролировать. Как это сделать? Как я это, блин, должен сделать? Объясни мне. Волосач, все, помогай нафиг. Я только в тебя верю, блин. Больше никто не в состоянии здесь справиться. Просто никто.
Да я этих комаров уничтожаю нафиг. Ага. У нас закончились, да, с тобой? Боеприпасы, блин. Плюс гранатами отшвыриваться. Пока такая возможность есть. Ну. Так, ну это еще не конец. Давай ты, господи. Да вы серьезно, что ли? Да как так? Если волосач не смог, я уже не знаю, ребят, кто здесь сможет. С поджогами пейпер. Я не уверен. Вот в пейпер я совсем не уверен. Комарье просто одолело. Ребята, вот не... Хочешь верить, хочешь нет, но оно просто одолело. Именно этот черт вот долбанный комарье. Еще и цель теряю. Вот, вот это вот меня бесит, когда я теряю цель. Когда не видно даже, кто, что, где там, блин, куда. Отбиваюсь как могу. Ну, 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 ну. Ну, все, понятно, короче. У нее не хватает дамага. Да не хочу я сварщика брать, блин. Этого что ли взять? Ну, у этого очень быстро заканчиваются снаряды. Очень быстро. Прям, я бы сказал, моментально. Поэтому какой смысл его брать? У него всего 30 патронов, ребят. 30. Вот подумай сам, что я тут сделаю? Тридцать патронов. Уже нету курицы. Капканами, что ли, этими закидывать? Ну давай попробуем продержаться. А все, по-моему, не получится, ребят. Ну вот сейчас комарик нас тут. Есть у меня? Нет, у меня 9 гемов. И я так понимаю, ни уточки, никого здесь не появится, да? Мне, так сказать, в помощь. Буквально на один выстрел. Нет? Никого не дадите мне. Ну что ты? Что ты тут стоишь? Соседушка. Фигов. Да, вот так вот, ребята, тупо проиграть. Не хватило двух буквально снарядов. Просто двух снарядов не хватило. Ну давайте убивайте уже быстрее, я не знаю. Ну что, еще разок что ли за него попробовать? Вроде как бы победа была близка. Тем более есть у нас тут еще с тобой энергия. Да я понял, что защити куриц, ёк-макарёк. Но... Как много комарья, а? Просто его дофигища здесь.
ты посмотри, а. И что, а комаров-то как нет? Ну ладно, хорошо, предположим. Вот так вот мы их подбили, да? И все, и остается у нас 4 патрона. Смотри, как дальше вот прикажешь мне быть? Нет. Бесит вот упорылый уровень, который я не могу пройти. Просто бесит у меня. На этих энергии нету, блин, Джо, я не знаю. У Джо все, в принципе, козыри есть для того, чтобы пройти этот уровень, но он не может. Не хватает патронов или еще чего-нибудь. По идее, он должен был, блин, вообще замечательно все это сносить. Но у него почему-то не хватает зарядов. Нижнюю курицу уже сожрали, ребят. Ну ты как, ты мне прикажешь здесь быть? Я не знаю. Не, это тупость, которую только, блин, свет видывал. Москиты, все эти, все это говно лезет на тебе просто неимоверной кучей. И как хочешь, ты должен защититься. Как хочешь, блин. Чертово комарье вот это вот бесявое бесит просто. Где ты сейчас со своей долбанной перезарядкой трехвековой, блин? Очень долго перезаряжается. Очень долго, ребят. Ну. Да вы достали уже, на комарьё вонючее. Вот остается у меня две курицы. Две курицы, которые сейчас уничтожат комары. Я не могу. Ребят, ну вы видите, просто не успеваю. Просто не успеваю. Вэй, вроде бы... Это надо ждать, когда волосач, я не знаю, отойдет, согреется. Или что с ним еще здесь можно делать. Фрост. Фрост тоже, блин, не помогает. Я потратил гемы. Я мог бы пройти этот уровень, не тратя гемы, но я их потратил. Уточки улетают, естественно, мы с тобой ничего не забираем. Чертова комарья достала уже, а. Я по нему бомблю, пытаюсь уничтожить. Вот и осталась у меня последняя курица, да? Уже нервов не хватает. Вот серьезно тебе говорю, мне не хватает уже нервов на эту шифпотребину всю фигову. Давай, волосач, погнали. Сколько я уже на этом уровне зависаю, блин. Да что ты делаешь-то, волосач? Ну, еще цель теряешь, блин. Вот это вот меня бесит. Вот там вот во всем говне тут теряешь свой прицел. Я его вообще не вижу. Куда я там стреляю?
Ну все, тут уже одна курица осталась, зашибись. Не, ребят, это все беспонтовщина какая-то. У меня и патроны кончились, к тому же. Короче, все, ребята, закругляюсь нафиг. Это бред какой-то, мне надо отдохнуть. Я не могу этот уровень пройти. Со свежими силами лучше к этому делу подходить. Так что, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.